Добрый день, меня зовут Оксана. Хочу поделиться с вами новым результатом, можно сказать, новым ребенком, с которым я путешествовала в скоростном поезде, и это доставило нам двоим огромное удовольствие. То есть мы приехали на поезд, не как обычно, с помощником, с бабушкой, с папой. Мы приехали вдвоем, и поездка наша была тоже вдвоем, которой я очень боялась и переживала, как она произойдет. Мы стояли напротив вагона целых 13 минут и ждали, пока откроются двери, и пассажиры смогут зайти. О чудо! Роман стоял со мной рядом, созерцал на вагон, ждал, смотрел на людей. То есть не хватал чемоданы, не бегал, как это бывает обычно, не прыгал, не дергался. Мы стояли спокойно и ждали. Когда мы все-таки дождались, когда откроется дверь, спокойно сели в вагон, он смотрел в окно, потом нам предложили кушать, он сам поел, попил, передал мне посуду, играл на своем месте, в свои игрушки, которые дома постоянно у нас находятся, это не новые конструкторы, не новые машины, слушал музыку в наушниках, смотрел на пейзажи, которые он видел уже много раз, бесконечное количество раз. Он смотрел на людей, на поезд, который мимо проходил.